Кукуруза – культура полезная. В хозяйстве Малоархангельского района ее выращивают не первый год. И сегодня селекция ее, говорит гендиректор Дубовицкого, нацелена на то, чтобы в кукурузе содержался не только белок, но и в достаточном количестве микроэлементы. Например, кремний. Он составляет основу костной ткани. Цвет говорит о том, насколько много. Чем больше оранжевых краплений и более темный цвет, значит, тем больше микроэлементов. На цвет и размер влияет несколько факторов. Главный, безусловно, погода. Малоархангельский район осадки обычно не балуют. Тем не менее, результатами этого года вполне довольны. Находимся на поле кукурузы. Здесь урожайность где-то в районе 110-120 центнеров мы обмолачиваем. Хорошая урожайность кукурузы. Также и по зерновым. По зимней пшенице мы в этом году у себя получили 53 центера урожайности. Для этого года это хорошо. Площади Дубовицкого – это 7 тысяч гектаров пашни. В хозяйстве выращивают в основном зерновые культуры. Дубовицкая – один из инвестпроектов «Щелково-Агрохим». В 2006 году создавалась как площадка для демонстрации разработок компании. Как итог этого аграрного года с семенами готовы обеспечить всю Орловскую область. Вот в этом году уже получили первые 15 тонн семян уже откалиброванных. Это практически на 15 тысяч гектар можно посеять. Схожи семян 96%. Данные подтверждают лабораторные исследования. Такой результат свидетельствует о высоком уровне урожайности. К показателям не меньше и стремились в компании. А с прошлого года в Дубовицком начали возрождать направление, забытое на протяжении двух десятилетий. И санкции, которые против нас ввели, а мы ввели контрсанкции, может быть, даже они и стимулировали. В прошлом году начали заниматься производством семян сахарной свеклы. Таким образом, поток поставок семян с Запада, по крайней мере, в наш регион заметно сократится, а показатели сбора урожая сахарной свеклы при этом не пострадают. Предстоит нам уборка сахарной свеклы где-то в районе 10 дней, ну, 7-10 дней. Вот, урожайность составляет 450 центнеров с гектара. Вот, убрали мы где-то уже 310 гектар. Кстати, Дубовицкая была в этом году в числе представителей Орловской делегации на агровыставке в Москве. «Золотую осень» в этой компании рассматривают как площадку для инвест-сотрудничества. Принимаем участие, потому что это новое, это ты узнаешь, тебя узнают. Это самое главное, а тем более в условиях сегодняшней жизни, когда, в принципе, знания и, можно бы даже сказать, реклама играют основную роль. Виктория Юркова, Олег Фомин, телеканал «Первый областной».